between her future and her past. 'Cause she's just a baby, but the doctors say that she's got a baby on the way. And now the devastation makes her start to cry. How could this be happening? She wonders why. But they're talking options like it's just another day, and the choice is hers to make. But there's a life inside you, and there's a beating heart, there's a child of wonder shining like a star. Сегодня счастливый день, забираю жену с дочкой. Вообще-то не первый раз увижу. До этого видел только в окно. Поэтому немножко волнуюсь. Дорогая моя Юлечка, моя родственница, моя самая замечательная девочка. Я тебя поздравляю, что у тебя родилась дочка, долгожданная, любимая Настенька, Анастасия Егоровна. Это ж такое счастье. Вы такие молодцы. Я и тебя, и папу, и всех бабушек, дедушек. Таким вот сердечным, просто от души желаю вам счастья, здоровья, растите все. Ура! We all arrive here in this place. Imperfect people in need of grace. But that's why God sent his only son to die, so that every broken heart could have a light inside. So just open up your broken heart. Бабушка в Кубе называется. Это третья внучка мне. Что пожелать? Здоровья. Ну, всего самого хорошего. Она у нас долгожданная. Ну все, мы вот уже здесь ждем тебя. Мы рады. У нас сегодня правнучка родилась. То, что надо. Мы ее выписываем. Дождались что... девочки. Да. У нас все мальчики, теперь девочка у нас. У внука. Девочка замечательная. Так что все хорошо. Очень довольна. Я счастлива, это первая моя внучка. Такая радость. Просто даже слов нет. Я желаю ей здоровья. И чтобы у них все было хорошо. Самое главное – здоровье. У нас еще одна внучка. Поздравляем дочку с ее дочкой. Пусть растет красивая, здоровая и умная. Я очень был, ну я, во-первых, ждал, естественно, поэтому я очень обрадовался. Сначала меня сказала об этом теща моя любимая, не жена. Поэтому я знал уже раньше всех. Когда она родилась, я тебе сказал, сам первый. А потом уже позвонила жена и сказала, что родилась дочка Анастасия. Да, Егорова, забирайте, то я упаду. Это точно. Сынок? Ну, зовите его сюда-то. Хотите? Снимай. Что, их или нет? Настя, вообще, что, га? Все налезет? Большой. Вообще уже прям принцесса на выгоне. Давай еще ручку. Да ладно, Настя, подожди. Не выеживайся. Еще чуть-чуть мучений. Давай. И побудешь братом гонять его.
Где лево, где право? Сейчас мы сейчас вам с пляжем скажем, да? Мы в туфлях, да. В туфлях. Да. Туфли. Туфли у нас. Наши Настеньки, вас поздравляю, родители. Что еще хочется сказать? Конечно, вам терпения. Что еще? Любви. И Настеньку растите достойным человеком нашего общества. За папу, за маму. За папочку. Спасибо, Юль.
Спасибо тебе, Юлечка. Молодец. Молодец. Ты не просто молодец, ты супер молодец. Can you hear me calling out your name? You know that.